Всем привет! У нас разблокировали канал. Вчера мы еще решили, ладно, отдыхаем, не будем пока снимать. Сегодня начинаем снимать. В целом, я сегодня себе заказывала муку, сахар, сухое молоко и кое-какие покупки сейчас в городе сделали. Мы еще ездили в город. Я себе наконец-то взяла ботинки, потому что у меня все ноги сырые. И сейчас все в целом покажу, все, что у меня взяли. Ладно, приступаем к покупкам. Так, ну первое, это вот сахар, это, видимо, муж взял. А вот это вот я на оптовой брала, базе сахар, 490 рублей за 5 килограмм. И сухое молоко взяла килограмм, что-то 280, по-моему, стоит. Потом муж, видать, тут пшено или что, пшеничка взял, короче, он. И сейчас покажу остальные покупки, то, что купила еще. Так, ну давайте в первую очередь покажу, что в коробке, потому что все равно вскрывать надо будет, убирать. Там мука. Тут 10 пачек вот таких вот муки. Я всегда такую муку беру, мне нравится. Тут вот 10 пачек. Так, помните, мы Свете покупали вот такие вот ботинки зимой? Которые у тебя тут, смотрите, как они уже кушать хотят. Короче, все, Света сейчас их выкинет, потому что мы сходили с ней, взяли вот такие. Один в один, смотрите, вот один в один, но дешевле. Эти потолще, держи, шнурки достань только. Эти потолще, вот которые, а эти уже потоньше. Я сейчас вам покажу даже. Видите, они тоже с мехом, внутри мех идет. И вот такие вот они, почти похожи на те. Но эти полторы, да? 1599, вот здесь вот написано даже. А, уже их мерила, тут одевала. На, короче, взяла ей ботинки. Дальше, мои, вы знаете, что я себе раз пятилетку беру. Ну вот. Короче, взяла себе вот такие вот, 1000 рублей. Самые дешевые из всех, что я нашла. Зимние. Они зима. Сейчас, потому что еще рано, у нас еще снега по колено. Поэтому вот такие вот за 1000 взяла, короче говоря. И также себе взяла колготки. У меня потому что колготки все Света отжала. Дальше. Из покупок показываю, что... Ну, кусочек сала соленого взяли. Василиса, угомонись. Булку черного и две булки белого. Но это как обычные покупки. Повседневные, можно сказать. И литр молока. Ты только берешь молоко. Дальше. Муж ходил в магазин. Что он взял? Морковку. У нас морковка своя уже закончилась. Все. Вот такая вот морковка покупная. И свеклу он еще взял. 3-4 свеколки. Все, это все его на покупке. Дальше. То, что я в городе взяла. Пакет прибери, пожалуйста, его. Лаваши взяла. У меня, мы любим заворачивать в лаваш что-нибудь вкусненькое. Так. Потом сыр вот такой грибной взяла. Он был по 99. Пачку гречки последняя была. Почем она была? 89. 89, да, она была. Последняя пачка была, поэтому взяла. И вот такой вот фарш взяла. Здесь его 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Он по... Сейчас скажу. 59,99. Где-то с макаронами переезжает, где-то что-то нормально. А гречка 89,99. Лаваши 41, ну и все такое вот. Вот такие вот в целом все покупки были. Это все, что... купилась. Все, переходим в режим опять съемки. Пока у меня канал был на проверке, я ничего не снимала, честно говоря. Ну, почти ничего. Так, некоторые распаковки засняла, но сейчас их надо будет выпускать. Поэтому вот такие вот дела. Все, всем хорошего дня и хорошего настроения. Всем привет, мои хорошие. У нас сегодня суббота. Солнышко светит очень сильно, но на улице очень сильный ветер. В целом, решила поставить стирку. Смотрю, у меня закончился порошок.
мне оставались деньги для того, чтобы заплатить интернет, но я решила купить все-таки порошок. Ну, я надеюсь, что до 1 числа я что-нибудь придумаю и заплачу за интернет. Но в целом не об этом суть. Сходила в магазин. У нас пусто. И у нас привезли порошок. И я... А, Оксана, подними, пожалуйста. Вот такой вот порошок на 6 килограмм. 399, что ли, цена у него. Что такое? Или 359. Ну, короче, на 6 килограмм. Порошок нам всегда надо. Это самая необходимая вещь. Дальше, что я взяла? У меня дети, в частности, Оксана с Ваней. Поросятки еще те. Так, Ваня, тихо. Любят ставить всякие себе пятна на одежду. В целом, давно искала какое-нибудь вот такое вот отбеливающее мыло, короче говоря, взяла. И против пятен мыло еще взяла. Чисто вот им, чтобы пятна оттирать. А не бывает, что какое-то поставит, и потом не оттирается. Также бутылку белизны взяла. И взяла еще вот такие вот трое семян. Это, ой, четверо семян. Бархатцы вот такие вот. Так, ну вот первые бархатцы вот такие вот взяла, они высотой 50 сантиметров и должны такими быть кругленькими. Дальше петунию взяла вот такую вот еще и вот такие вот две астры. Все. Ну тут еще, конечно, такие, но они без свет, без картинок. Это тут календулу я взяла и астру еще одну. Все, вот такие вот в целом все покупки были. Сегодня жарко на улице. Ну, как жарко, солнышко светит, но ветер ужасно сильный. Так, пока я сюда семена положу. Так что вот такие вот дела. Я наконец-то разобралась с дзеном. Даже смогла загрузить одно видео, но грузилось оно у меня ужасно долго, ребята. Это ужас какой-то. И еще у меня одна хорошая новость, то, что я на Дзене подала заявку на монетизацию. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Я понимаю, что я там много не заработаю. Там вот одна подписчица мне рассказывала, что блогер, у нее большое количество на Дзене подписчиков. Она каждый день выпускает видео, разные статьи. И за месяц всего она 3000 заработала. Ну, знаете, 3000 это тоже деньги, поэтому я вас очень благодарна всем, кто туда подписался. Я очень благодарна всем, кто там помогает просмотрами, кто меня поддерживает. Огромное вам спасибо, дай бог вам крепкого здоровья, вы просто меня одушевили этим. Поэтому жду, надеюсь, что мне подключат монетизацию, и там хоть копеечка, хоть когда-нибудь, хоть раз там... 2-3 месяца, может быть, хотя бы 1000, но будет. И то вперед. Так что я не унываю. На YouTube я также снимаю, у меня канал разблокировали, настроение у меня поднялось, поэтому у нас будет все на веселе. Ладно, дорогие друзья, пошла я ставить стирку, стирать. Дорогие друзья, у нас время вечер. Короче говоря, стряпаю хлеб. Я снова заболела. Поэтому ничего не могу снимать. Ну вот, хлеб пеку. Две булки уже испекла. И еще, наверное, булки три у меня выйдет. Поэтому стряпаем. У меня сильно заложен нос, насморк. И, походу, дело температура была днем. Я днем не мерила, а сейчас вечером померила. У меня 37,1. Начала лекарства принимать. Ничего, прорвемся, мы ведь сильные. Хлеб стряпаю. Сейчас вот две поставила еще настаиваться и остальные еще делать. Ваня опять капризничает. Ваня вообще меня замучил, капризничает. Ладно, дорогие друзья, и жарим хлеб. Готовим, пекем.